Astăzi, Republica Moldova se confruntă cu un atac extrem. Oameni din toată țara primesc amenințări anonime cu moartea prin apeluri telefonice. Jurnaliști, oameni notori și cetățeni simpli sunt sunați și amenințați cu moarte. Aceste acte de intimidare au un singur scop, să creeze panică și frigă, ca oamenii să se teamă să iasă la vot. Vă asigur, instituțiile statului vor asigura ordinea și vor proteja cetățenii. молдова Сегодня Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой. Люди по всей стране получают анонимные телефонные угрозы убийством. Угрозы получили журналисты, известные личности и обычные граждане. Эти акты запугивания преследуют одну цель ⁇ посеять панику и страх чтобы люди боялись прийти на выборы. Я заверяю вас, что государственные структуры обеспечат порядок и защиту граждан. Мы едины и мы сильны. Молдова постоит за себя. Уверенно идем на выборы.